Сегодня в законодательном собрании Новосибирской области утвердили проект программы наказов избирателей. Народные избранники нынешнего созыва подали в правительство региона более 5000 наказов от жителей области. По оценкам экспертов, для исполнения всех просьб понадобится почти 150 миллиардов рублей. Понятно, что за год решить все проблемы не получится. В областном правительстве и депутатском корпусе обещают расставить приоритеты перед каждым финансовым годом. В этом пятая часть от необходимой суммы уже заложена в бюджет. В настоящее время предусмотрены в действующих государственных программах, ведомственных программах мероприятия по выполнению наказов на 23,5 миллиарда рублей. То есть это по тем 33 программам, которые у нас в настоящее время есть.